мы получаем низкий урожай, первым делом грешим на погоду. Однако хорошая урожайность зависит не только от климатических условий, в большей мере от качества семян, которые мы купили. Всем известно, что качественные семена стоит приобретать только у проверенных производителей и фирм. Одним из таких надежных партнеров, производящих посадочный материал, на протяжении долгих лет является фирма «Биосемена». В первую очередь компания специализируется на селекции моркови, капусты, лука и столовой свеклы. Ежегодно специалистами фирмы создаются около 40 новых сортов и гибридов с новыми характеристиками. Например, более устойчивые сорта с улучшенной устойчивостью к болезням, более урожайные или с лучшими вкусовыми качествами. В этом сезоне мы делаем акцент на семена капусты для переработки. То есть нам интересно, чтобы рынок, наш потребитель узнал о наших сортах, которые предназначены для переработки, для квашения, для соления. То есть специальные капусты, которые дают крупный качан. Специалисты Био разрабатывают такие гибриды, которые можно выращивать, используя меньше химикатов. Это позволяет снизить и вредное воздействие на окружающую среду, и себестоимость продукции. А это очень ценят фермеры. У них и морковные семена отличные. Постоянно сотрудничаем. Третий год сотрудничаем. Вот. Качество хорошее. Схожесть 99%, это точно, можно сказать. Потому что после того, как мы у них приобретаем, мы сдаем семенную инспекцию тоже. Проверяют, они тоже удивляются. Био работает по всему миру. Их семена можно приобрести также через интернет. Они быстро доставляются покупателям. У нас очень развита дилерская сеть. То есть совсем не обязательно приезжать к нам в офис в Москву. Но конкретно в Чувашии у нас представляет Семенов Василий Николаевич. Ну и ближайшие ваши соседи, Мариэл Республика, там у нас аж целых 3 дилера. То есть можно и у них приобрести.